Добро пожаловать в идеальный мир. Преступность минимальна. Уровень безработицы 1%. Благодаря одной ночи в году. Когда все преступления легальны. Эта ночь позволяет людям выпустить всю накопившуюся ненависть и злобу. А почему бы вам тоже не убить кого-нибудь сегодня? Нам это не нужно, Чарли. Судная ночь существует во благо. Все обойдется, как всегда. Не волнуйтесь, хорошо? Внимание! Началась судная ночь. По сигналу все аварийные службы прекратят работу на 12 часов. Правительство благодарит вас за содействие. Помогите! Кто-нибудь, прошу, помогите! Спрячьте меня, умоляю! Кто-нибудь меня слышит? Давай! Сюда! Чарли! Нет! Сюда! Скорее! Зачем ты впустил его в дом? Мы понятия не имеем, кто его преследует. От продюсера фильмов «Паранормальные явления» и «Синистер». Наша цель на сегодняшнюю ночь прячется в вашем доме. У вас час на то, чтобы передать его нам, или мы убьем всех. Мы ведь в безопасности, да? Они же не смогут проникнуть в дом. В этом году... Живем эту ночь. Все будет как раньше. Как раньше уже никогда не будет. Судная ночь. Попробуйте дожить до рассвета.